Уважаемые коллеги, я Хасанбай Бурханов, организация «Эркин Узбекистан». Я сначала хотел бы прокомментировать события, произошедшие на Ближнем Востоке. Наше движение решительно осуждает военную атаку движения «Хамас» на Израиль. Мы считаем, что эскалация на Ближнем Востоке – это один из элементов гибридной войны России, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от военной агрессии путинского режима против Украины. Мы поддерживаем предложение эстонских властей, чтобы ближайшие союзники Украины увеличили материальную и военную помощь до 1% от их ВВП. Контекст уже к теме данного мероприятия. Мерзиевский режим продолжает использовать судебно-правовую систему для репрессий беззащитных граждан Узбекистана, а также для личного обогащения. Например, первая судебная инстанция по уголовным делам выносит обвиняемому приговор 11 лет лишения свободы. На стадии апелляции с осужденного снимаются все обвинения и его реабилитируют за отсутствием состава преступления. Такая услуга стоит 50 тысяч долларов и выше. Но Верховный суд аннулирует решение городской апелляционной инстанции и направляет это дело заново для нового рассмотрения в районную инстанцию в новом составе. То есть это парадокс. Эта отлаженная коррупционная система в судебных органах распространена по всему Узбекистану. 25 ноября прошлого года из квартиры председателя Сената Узбекистана Танзилы Нарбаевой было похищено 12 500 долларов США. В краже денег была обвинена их служанка. В полиции ее пытали, раздели догола и сделали фото-видеосъемку. После того, как следователи сказали ей, что ее обнаженные фотографии будут опубликованы в интернете, она была вынуждена оговорить себя. Однако через некоторое время стало известно, что деньги украл внук председателя Сената Узбекистана Танзилы Нарбаевой. Дело о краже закрыли. Служанки под угрозой дальнейших репрессий спецслужбы запретили где-либо говорить о случившемся. В октябре-декабре месяцах прошлого года в Узбекистане произошла трагедия, которая содрогнула страну. Более 100 детей погибли, а сотни детей превратились в инвалидов из-за употребления отравленного препарата «Док-1-Макс». Узбекские власти привлекли к уголовной ответственности стрелочников, а имена основных виновников даже не озвучиваются, так как они из окружения президента Мирзияева. Just a moment. По случаю массовой смерти детей в Узбекистане даже не был объявлен национальный траур. Как бы ни пытались узбекские власти убеждать мировое сообщество, что в Узбекистане происходят демократические преобразования, граждане страны лишены права на справедливое судебное разбирательство. Спасибо за внимание. Спасибо.